Всем привет! В данном видео я хочу провести сравнение двух январей 7.2, именно 7.2 не плюсовых, для Калины, то есть 11183, это двигатель 1.6, 8 клапанов. А прошивки здесь Евро 2 всегда, то есть завода, под 1 лямбда зонд. В случае Евро 3 там 2 лямбда зонда, и это баши, ну либо там М73 и прочее. Ну да ладно. Итак, первый момент, то есть если вы для себя выбираете именно январь 7.2, то быстро определить это 7.2 либо 7.2+, поскольку вот эти вот артикулы в обоих случаях могут означать и плюсовый январь, и обычный. То есть независимо это и Telma, Avtel. Смотрим версию прошивки. То есть если у вас имеется такая бирочка, и там есть буковки CO, это означает, что это то, что нам надо. То есть январь 7.2. Вот. И здесь тоже видим CO. Avtel и Telma версии прошивки отличаются только по первой букве. То есть в случае буквы A это Avtel, в случае I и Telma. Корпуса. То есть, как видим, на Avtel более добротный корпус, выполненный из алюминия. Здесь же такой более похожий на прессованный какой-то порошок, я не знаю, либо силумин. Вот. По разъемам они идентичны. То есть тут останавливаться не на чем. По тыльным частям. То есть, как видим, на автеловском здесь винты используются под торкс. То есть их 5 штук. И по центру тоже винтик есть. Здесь на Telma, ну, используются обычные винты, и по центру имеется заклепка. Я не знаю, конечно, возможно, эти винты уже кто-то до меня менял, но заклепка это в любом случае имеется в силу конструктивных особенностей вот этой верхней части корпуса. Сейчас я разберу и покажу вам, что же внутри находится этих блоков. Итак, я разобрал два блока. Вот это верхняя часть Avtel, вот это верхняя часть Telma. Как видно, разница приличная. Avtel более качественно выполнен, то есть более добротный такой корпус, увесистый имеет. Ну да, это ладно. Сами платы, то есть на Avtel отсутствует вот здесь маркировка январь 7.2, на Telma здесь же имеется вот такая вот гордая надпись январь 7.2. Также еще по элементам, что я заметил, на Avtel имеется вот такой вот резистор, на Telma его нет, как видите. Но на Telma присутствует следующая деталька, я правда не знаю, как она правильно называется, вот такая вот зеленая, то есть возможно это то ли конденсатор, то ли еще какая-то штучка электронная. На Avtel его нет попросту. За что он отвечает, я, к сожалению, затрудняюсь вам сказать. Вот, но вот такое отличие заметил. Еще из отличий, то есть получается, я правда не знаю, это кто-то уже самодеятельностью занимался или так по заводу было. Но под платой имеется подложка. В случае Avtel это обычная такая вот, ну, как вам сказать, клеенка, что ли, полиэтиленка. То есть просто вот такая наклейка на вот эту вот нижнюю часть. В случае Telma тут как-то более хитро сделано. То есть тут такая как термопрокладка даже, я бы сказал, под некоторые элементы, то есть вот, ну, видно здесь подложку. К сожалению, я отсоединить плату от нижней части не могу вам, поскольку оно заклепано. Вот по основным вот этим микросхемам, то есть вот это процессор, оперативная память и блоки управления с самими нагрузками. Маркировки на них полностью все совпадают. И больше такого сильно примечательного по отличиям я даже и не нашел. Вот. Вот такая вот
информация для размышления, возможно, кому-то будет полезна. У меня все, благодарю за внимание.